Всем привет! Время 10:30 утра. Детский садик уже на улице. Уже вся толпа гуляет. Еще не вся. Сегодня у нас четверг. Вся улица повыносила мусор. Мама, как будто бы маму не увидела. Вот такая вот у нас Элиза сегодня. Выбрала себе такой модный лук, да? Весь цветочный, весь красочный, да? Панамочка. Вся улица в мешках из-под мусора. А у нас, наконец-таки, настал тот момент, когда Башкирия превратилась действительно в солнечную Башкирию. У меня тут пылесосил Джамшут. Я тут прибиралась, все намывала, вроде бы уехала. Чем у меня тут муж занимался, непонятно. Опять все было грязно, все было такое, никакое. На улице у нас плюс 27, вот и Валера подъехал. Здравствуйте. Че, сегодня без обеда, да? Да. Да, ага. Это, почему я так говорю? Это потому, что Валера мне уже сколько дней не несет картошку с погреба? Дней 5, наверное. Ну ладно, есть гречка, есть сосиски, да? Прось. Ты найдешь сегодня базу или ты не найдешь свою сегодня базу? Едет, ездит, ездит, ездит. Кстати, смотрите, вот эти цветы, ромашки, уже стоят 2 недели. И хоть бы что, им прекрасно, вот они чуть-чуть как бы назад вот так сделали, и все. А вот этот цветочек, который мама мне дала, я хочу купить красивый горшок, и уже в красивый горшок его пересадить. Поставила пока здесь, потому что палит солнце очень-очень сильно, очень жарко. Думаю, не буду я вас мучить. А вот лавровому листу, конечно, замечательно. Это его погода любимая. Солнышко, жарко, красота. Так что мне сегодня, что сегодня муж у меня будет обедать гречкой. Мы все завтракали гречкой. Я не пошла в погреб, потому что я стала убираться. Ну и как бы 5 дней было время. Было время, чтобы, Валера, картошку принести с погреба, да? Чё спрятался там, убежал? Стыдно? Я говорю, что спрятался, убежал? Стыдно, да? Стыдно стало, картошку 5 дней не несёт. Я когда же была работницей. Это сделал, это что ты говорил. Все делал. Тебя не было. Тем более было время. Я ничего не говорила. Гречка есть. А ну, вот гречкой. Че, жара? Ну, мы там, это под крышей. В тенечке? Да. Вот это лето, да? Как будто так всегда и было. Да, даже началось. Как-то не, даже как-то чуть-чуть даже непривычно. Сосиски есть. Хлеб черный с солью. Хлеб с солью, сосиски, да. Гречка, пожалуйста. Да, гречка есть. Да. Молодец. Как и должно быть вообще без сосиски? Ты диабетик, тебе просто гречку надо кушать. Нет, ага, как работать я буду, у меня сил-то не будет, да. Если я гречку буду кушать. Ну ты же прибедняешься, когда тебе удобно. Я больной человек! Мне нельзя, я диабетик. Как пиво пить, так мы забываем. А то потом сахар зато 5, 6, 3. Это замечательно. Ну, вообще, вот же, помнишь, тестирую? Ага. Покушал, я опять такой. Ну вот, видишь. Сейчас картошку принесешь, глядишь, поужинаешь нормально. О, какая тучечка. Сейчас, походу, будет дождь. Причем такой хорошенький. Мы сегодня обещали. Ласточки пока летают. Что у меня тут творится? Вот у меня цветочки. Здесь валентинка распустилась. Там тоже набирается. В огороде надо окучивать картошку. Сейчас попозже пойду окучивать картошку. Распустились ирисы. Такие вот ирисы у меня. Еще был коричневый, но что-то я не вижу коричневого ириса. Здесь тоже петунька у меня растет.
Вот-вот уже, скоро-скоро распустится моя роза. Она уже потихонечку, видите, распускается, будет. Красотища будет просто. Ух-ух, гремит. Гремит. Сегодня мне еще надо будет высадить петуньи, которую мама мне дала. Петуньку и петушки там, или как они называются, в мешочке лежат. Роза, которую купила из светофора, растет таким вот красненьким цветом, листочки. Здесь тоже все, уже вон пакет прилетел. О, начался мелкий дождик, сейчас девчонки будут под дождем купаться. Сейчас Зевсика тебя польет. То я думала, сейчас выйду, как раз его польет, жарко. Ой, ты ему хорош. Как будто что-то свалилось, да, такой сильный был гром. А ваши, вы уже съели мороженое, что ли? Да. Ты назад чуть-чуть сделай свою эту панамочку. Под дождем будете? А где у тебя резинка уже потерялась? Я буду танцевать. Мелочи домой занеси, Настя. Надо собрать, то жарко будет. Лиза хотела жвачку ловить. А там 8. Если еще 2... то тогда надо 16, мне 14 рублей. Можно было другую купить жвачку. Да, я мать, на меня капала, дождик. Босиком ходит. Хорошо сразу так, да? Не жарко, да? Да. Вон Элиза как загорела. Как Элиза загорела. Красивая лобеля, яркая. Идет только лишь мелкий-мелкий дождик, да? Зато выключили свет. Так это просто вам, чтобы вы освежились немножко. Мама, еще водичку не выключили. Да. Зато свет выключили. Гремел. Ой, какой там вообще, еле-еле. Как мошка. Летает. Идеальная погода, чтобы окучивать картошку. И ушла, пойдет. Пусть пока побегают. Да, пусть знакомится с новым местом жительства, да? Пеленочка, ты ровненько сделай. Все, вот пусть. Они не какали тут. Да нет, конечно. Только вот пищу. Нет, это пеленка грязная просто. Что, не видим? А это сидит, смотрит за ними. Недовольная. Ну, стрекоза. Стрекоза, ну. Ну все, все, не надо, не надо. Ты сейчас туда-сюда будешь, их не надо трогать. Ну давай всех тогда туда посади, пусть там сидят. Они не знают. Да, все, посади и пусть там сидят. Так, угодилось. Спят. Так. Все, все, пусть сидят. Пусть спят. Привет. Что орём? Что орём? Да, теперь вы тут будете жить. Посадила их в корзинку. Да, вон там мама домой запустила. Зачем Дуську? Только не таскайте на руках. Не надо. Только гладить. Гладить, да. Они вот будут теперь здесь жить. Ну что, как вам тут семейство? Хотят. Туда-сюда смотрят, такие интересные. Уголечек. Я назвала его уголечек, а этого? Вот этого тоже уголечек, а это полосатик. Полосатик? Ага. Да, будет. Ага. Мама. Понятно.
уголечек. На паблик. Он тебя хотел попробовать. Я хочу, чтобы он меня облизывал. Вкусно это или нет? Тебя просто хотел попробовать. Можно вот тот попробовать. Надо, можно на татуировке. Как детки в кроватке, да, как будто бы? Да. Как маленькие детки лежат в кроватке. И они тоже так же. Мам, я забыла, как манеж, его манеж. Похоже. Полосатик же ты назвала. А, да, полосатик. А, уголечек солнышко пусть будет. Уголечек солнышко? Уголечек солнышко, да. Ладно. А этот уголек вот второй уголек. Угольки. Да, вот положи. Все, она сейчас. А нет, это она туда залезла, чтобы они там сидели, видимо. Они сейчас опять выбегут к ней. Нет, нет, пусть сами. Пусть сами. Они уже, наверное, научились лязить. Сейчас. Они научились. Время уже 7:00 вечера. Мы сейчас сидели 4 часа без. 4,5 часа без света. У меня телефон половину разрядился. Я одела свое платьишко. Платьишко, я думала, я его и не выгулю даже ни разу за это лето. А все почему? Все потому, что была погода ужасная. Сейчас с Валерой хотим проехать в магазин. Хочу арбуз. Все. Уже середина. Середина июня. Хочется уже арбузика. Вот, Валера, сейчас проедем, посмотрим. Сейчас самые должны быть красные арбузы. Самые напичканные и вкусные. Правда, зарядки на телефоне очень-очень мало. Арина, давай не сюда. О, а вам сахар купили, а мне арбуз. Лизе, отрежь. Отрежь, Лизе. Я спокойно здесь. А вот это что? Это зубная паста. А у меня не мясная. А? А у меня не мясная. Не знаю. Отрежь Настя и ей. И пусть они идут. Это потом после арбуза будешь, хорошо? Так мы еще пельмени вареники будем кушать. Надо переодеть платьишко. Шоколадки потом, когда что-то нормальное покушаете, тогда. Арбузка. Молочка! Вот я пью, я молочка. Молочка? Да. А сливы ты принес? Сладкий, нет? Да. Так, Элиза, первый арбуз. Вкусно? Давно не ела, да. Не с прошлого года. Стол сложили и вообще места нету, чтобы показать, что мы взяли. В общем, взяли мы арбуз. Он уже был разрезанный здесь в местном магазине. За 1 килограмм 45 рублей. Пол арбуза вышло на 134 рубля. Здесь получается 3 килограмма. Элиза оценила, говорит, вкусно. Ну, вообще, первый арбуз всегда вкусно. Нектаринки взяла в магните. Вот Валера первую попробовала нектаринку. Не очень сладкая. 280 рублей. Потом макароны. Опять снова рожки. Взяли в монетке 179 рублей за 3 килограмма. Так, это я сейчас так пока уберу. Фрукты. Потом слива. Слива 75 рублей. Это у нас тоже здесь в местном магазине, в частном. Бананы в магните 109. Взяла вот по акции LCF. Магнит косметик 269 рублей. Зубную пасту в первый раз взяли вот такую Global White. Валер, почем она, не помнишь? 155, да, 155 рублей. Кошечка Феликс. Почем, Валер, вот эта кошечка Феликс? 109 рублей. Это в монеточке. Потом монетки мы взяли. Сейчас Настя сразу уберет.
взяла попробовать вот такие вот вареники по-домашнему с картофелем, обжаренными грибами и луком. Взяли вот это в монеточке. В общем, попробуем, скажем, как вкусно или невкусно. 139 рублей, что ли, Настя? Давай убери в этот морозилку. Да, и пельмешки вот такие вот. Грузинские тоже в монетке. Хинкальная лепка, бульон внутри. Состав посмотрели, состав нормальный. Валера, она почем? 199 за 800 грамм. Мам, я еще хочу. Еще арбузик хочешь? Сейчас. Маску взяла Магнит Косметик. Холли Поли. 135 рублей. Сейчас вот скидка акции на нее идет. Валера взял себе одеколон недорогой, 175 рублей, чтобы после бритья мазать. Все, арбуз сейчас. Валер, мы успеем с тобой попробовать? Нет? Так, молоко, молоко. Потом... Потом за 69 рублей спагетти в монетке, тоже акция вот на такую фирму. Туалетной бумаги понабрали. В монетке взяла вот такие вот прокладки. 51... А, нет, в магните я взяла за 51 рубль. Три капли. Взяла вот таких вот конфет смородина. Чем вот такие вот попроще, тем у нас лучше кушаются почему-то. Ну, что-то недорогие тоже в монетке. Ну, самые дешевые, со смородиной черной. Потом сметанку, вот эту очень-очень вкусную, в Пятерочке. Сейчас она подорожала, 79 рублей. Ну, может быть, она и не подорожала. На маникюр внимания не обращайте, я картошку окучила. Маникюр, которого нету. В общем, почему... А, что хочу сказать, в Пятерочке... В одну Пятерочку зайдешь, там такая цена. В другую Пятерочку зайдешь через 100 метров или... через железную дорогу, там другая цена. В общем, 70 рублей 79, вот так. Сахар 69 рублей в магните. Господи, все перебрала. 129 рублей семечки в Пятерочке. Валера хлеб берет в монетке. Вот такое масло 99 рублей. Так, здесь я показала. Потом самые дешевые плавленые сырки, это в монетке. Я делаю с чесноком, вот получается сырок вот этот вот плавленый, майонез и чеснок. Получается очень вкусно. Девчонки любят так на хлеб намазать, покушать. Вот эти вот по 9 рублей. Самые дешевые. В остальных магазинах намного все дороже. Где-то 15, где-то 16, а где-то и 20. Даже вот за такой вот размер. Так, дальше что здесь у нас? Здесь Валере взяли вот такой вот шампунь Тимотей 169 рублей. Это в монетке. И конфетки. Конфетки, монетки там, ну, все за 200 или за 300 рублей. Вот такой лимонад, естественно, как я уже говорила, самые вкусные вот эти вот лимонады, дешевые, за 29 рублей в монетке. Очень вкусные. Такое ощущение, как будто вот аппарат есть, где наливают вот, вот эти вот лимонады. Вот что-то похожее. Ну, куда вкуснее, чем Алиса. И чем, ну, даже некоторые другие лимонады, я скажу. Мне очень понравился. Так, потом взяли вот такие вот Элизины любимые конфетки Ротфронт. Мои тоже. И Валера, кстати, сейчас хорошо эти батончики кушает. Монеточки. И взяла вот такую вот ореховую смесь. Тоже в монетке. Ну, здесь орехово-фруктовая. Здесь и фундук, и миндаль, и грецкие орешки. Понюхала вроде бы как свеженькая. Так, это у нас сыр мягкий адыгейский. 64 рубля за 100 грамм. Вот так вот. Ну, здесь вот сколько? Грамм 200. Я одна его ем. Девчонки как-то не очень. Так, ну, вроде бы все я показала. Вроде бы все показала. Вот такие вот небольшие вот. Ну, как небольшие. Посмотришь, небольшие покупочки. Но денег мы отдали 4000. Вот за это. За это мы отдали 4000. Вот так вот. Сейчас будем пробовать арбуз. Элиза, правда, у нас так, с таким прикидом. Вон, кушает. Это типа мини-хинкали таких, да? Угу. Настя хочет, как у папы, вон. Угу. Бульончиком, укропчиком, лучком, да? Угу. Как, вкусное, Валер? Да, вкусно. Тебе тоже понравилось, Элиза? Угу. А я себе варю вареники. Сейчас их попробую, вкусно или нет, скажу. Стоит брать или не стоит брать? Или лучше отказаться. В общем, отзыв о этих варениках.
нет тут настоящей картошки, нет тут настоящих грибов, как написано на пачке. Здесь, в общем, знаешь что, Валер? Есть же Ролтон растворимый, картошка. Ролтон растворимая картошка, вот эта, пюрешка. Кипятком завариваешь, вот. Вот эта пюрешка, короче, в тесте. В общем, я вот сейчас поем, потому что я хочу кушать. Ну, то есть, вот когда совсем сильно кушать хочется, еще можно поесть. Остальное можно смело варить Зевсу. Это, ну, полная фигня. В общем, Настя там не доела. Наверное, доем я. Маме сейчас иду пописать. Ой, вот, ну, просто материнский канал. Короче говоря, я не рекомендую. Не рекомендую эти вареники. Ни о чем. Вообще невкусные. Так. Ну, кто любит вот этот вот, в общем, Ролтон, вот эту пюрешку быстрого приготовления, пюре картофельное быстрого приготовления, то вам, может быть, понравится. Тесто нормальное. А мне не особо нравится эта пюрешка, поэтому мне вообще невкусно. Ну, раз уж я обломалась с ужином, попробуем хоть арбуз. Раньше арбузы первые были намного слаще и намного краснее. А сейчас что-то они, ну, не сказать то, что он не сладкий, сладенький. Нормальный, в общем. Для первого арбуза сойдет. Не совсем уж там безвкусный. Вкус арбуза тоже есть. Так что вот такой у меня сегодня неудачный ужин получился с этими варениками. Сейчас Зевсу вынесла, отдала. Так, ну а вам желаю жаркого лета. Ставьте лайки, естественно, не забывайте, да? Пока-пока.